Всем привет, всем привет, с вами Шмыгман, канал Шмыг. Сегодня поиграем в Undead Horde, это третья часть по данной игре. Попробуем дальше пройти, по-моему, мы всех, или нет, не всех торговцев, не всех, по-моему, да, мы... не всех мы торговцев. Тут еще должен быть один торговец, который нам даст какую-то книгу, вроде как, насколько я помню или не помню, неважно. Так, подожди, дай-ка вначале в телепорт залезем, я что-то забыл, куда нам нужно, что нам нужно. Нам нужно вот сюда... Так, ключ-кристалл, 5-й уровень, а там что у нас? Один я сундук не открыл? Или что это такое? Подожди, охотничье угодье. А, охотничье угодье, да. Так, давай в склеп, давай возьмем медведя одного. Медведь, потому что он может, он могет. Одного всадника, разочек. Одного медведя, разочек. Куриц не будем брать. Подожди, а какие? Ополченец, 360-220, стрелок. А, ну да, давай вот этих. Так, и... Подожди, 360, а этот слаб же или нет? 200, ну да. Все? И тебя не могу даже, да? Ну хорошо. Так, давай в таком составчике погоним, значит, сюда, наверное, да? А, или подожди, или не сюда. Ну давай сюда, хорошо. Торговца Джендри держит в сияющих ущельях. Поговорите с Кейджем, чтобы узнать детали. Хорошо, подожди. А можно мне немножко звук? Давай вот так сделаем звук. По-моему, я, по-моему, делаю все время меньше, но мне почему-то хочется еще сделать меньше, да? Значит, мне нужно поговорить с Кейджем, а там есть что-нибудь, нет? Не, давай уж бараки-то все эти разрушим. Разрушим барак. Или как он называется? Не барак, а как он называется? Не знаю. Кейдж. Здорово, Кейдж. Джендри держит заключение к югу отсюда. Найти его будет несложно. А, и все, что ли? К югу? Мне туда, типа? А мы пойдем не к югу, подожди. Strike them down. Arise, my minions. Need more mana. Все? Или не все? Кто еще остался? Не вижу. А, все? Так, восстание. Arise, my minions. Destroy them. Хорош. Хорош. Так, подожди, здесь магия пошла, да? Угу, здесь пошла магия, там башни какие-то, забей пока тогда на них. Блин, а я же убил уже все. А мне ничего не выпало здесь по ору? Подожди, а что у нас по этому, кстати? Да, дай-ка посмотрим. Животные, подожди, при снаряжении. Скорость, подожди, а у меня-то что сейчас? Амулет у меня и череп, призыв лимита увеличен, да? Ага. Ага. Костяной, скиптер лучников, топор, смотри. Шанс. Короче, мне это все пока не надо, мне можно вообще на самом деле продавать. Это говно на самом деле, да? Не. Так, подожди, а тебя возродить? А, я не могу уже никого возродить, потому что не могу возродить, понял? Gather here. Так, мне кажется, что мы здесь сейчас проиграем. I shall crush them. Ману собирай. Хорош. Wait, hey. You shall serve well. Блин, отходим. My mana is low. А, вот. Да трахни ты его разок. Хорош. Join the horde. Хорош. You shall not deny her. Блин.
Он мана. Как много? У меня же много маны или нет? We shall burn the lands of the living. Arise, try to destroy them. Burn them down. Так, вроде все здесь разобрали, да? А почему ты не хочешь монетку брать? Join the horde. А почему монетку не хочешь брать? Ну вот. Так, эти говно я, по-моему, не могу разрушить. Да так, давай-ка побыстрее-ка, да, как-то. Они что-то вообще все зависли тут, да, эти персон. Так, мне нужно освободить этого чувака. Но подожди, мы же тут еще можем что-то похитить немножко. Смотреть, да? Так, а здесь, здесь у нас тоже магическое это говно, чтобы туда перейти, да? Угу. Так, тогда... Давай-ка восстановим хпшку себе вначале, да? Slay the living. Дай монетку-то, алло. Вот, вот падла, тварь. О, хорош. В колодце до хрена маны, слышишь? Опа, вот это мы не знали. Опа, а вот тут я могу воссоздать. Давай. Отлично. Отлично. О, кинжал. Ой, молот. Дешевый молот. Так, а это что такое за костяной еще какой-то этот? Далее, да? Так, давай-ка восстановимся. Come here. Attack. Так, здорово, братья. Благодарю тебя, заходи посмотреть на товар моей оружейной лавки в склепе. Джендри. Так, а почему он мне не дал? Он же должен был дать мне этот амулет еще один, или нет? Или я что-то путаю, подожди. Ключ-кристалл, но ключ-кристалл надо через ту какашку искать, короче. Или что, или сейчас пройдем, а я сейчас не смогу пройти. А, ну пойдем попробуем, короче, ладно, пройти. Мимо ловушек. Просто получится так, что мы этих должны будем зафигачить. Follow my lead. Понимаешь? Slay the living. Ну давай сейчас посмотрим, что тут за мины такие, как они тут проходятся, быстро, не быстро. Ну и там, блин, ну там смотри, раз, две, два домика, то есть. Так, хорошо. Пока. Сколько умерло народа? Ну, нормально умер. Так, здесь у нас мана будет, если... Опа, стоп, вот, воссоздать могу. Да, хорошо. Rise and obey. Ага. Да? The living shall know my wrath. Да блин, зачем ты собрал ману-то? Come here. Gather round. Come here. You shall serve me well. Not enough mana. You shall serve me well. Burn them down. Так, получит пятый уровень, это хорошо. Rise and obey. Отлично. Сдохни, тварь. Так. Слушай, ну мы даже почти не подохли, короче, да? Мы тут нормально справились с этим, с этой миссией. Ай! А, вон там может быть это говнище, да? Так, хорошо. Все, я нашел, да? Как я понял, это говно, короче, нельзя уничтожить. Ну, то есть они, короче, очень мощные. Да, подожди, а давай, может, посмотрим. Может, тут еще что-нибудь есть? Да, есть. Оп, все, ушли, ушли, ушли. Ушли, ушли. Мне нужен еще народ, чтобы пройти еще один раз эту ману, да, или нет? Ну давай проверим, короче, чтобы... Да? Да, оп, сундук, секретик. А как мы так пропустили сундучок? Сундучел, да. А может тут еще что-нибудь есть? Подожди.
Да, это понятно, подожди. Ну ладно, давай здесь пройдем тогда. Я тут ничего не упустил, тут какой-нибудь этот... сундук какой-нибудь, секретик, да? Но, видимо, нет. Так, давай-ка, значит, а какое, сколько у меня? Здоровье, урона нет, призыв 22, ман 25. Урон, отшельник, император, здоровье плюс 94, урон, призыв 43, мана 14. Давай вот это пока сделаем. Всего по чуть-чуть. Ну, немножко здоровец как бы подправили, типа, да? Так, и мы с тобой уже нельзя, да, ничего поговорить? А, и слушай, знаешь что, у нас же появился еще, подожди, новый амулет. Что он делает? Восстанавливает ману на 19%. О, вот это класс, вот это шикарно. Кристалл активирующий портал, это хорошо. Меч отравления. 144, 1,3, отравляет цель на 66. Так, слушай, ну это нормальный мечара, кстати. Прикольный мечара. Его можно оставить. Нет, это говно. Продаем. Костяной не надо. Не надо. Так. Так, так, так. Это пока вообще тоже непонятно, что и как. Быстро. Да не, давай заберем. К лимиту. Амулет призыва. Лимит призыва. Нет. Нет. И тоже нет. Так, а вот тебя... Слушай, я бы на самом деле поменял. Так, подожди, вот эти мы давай сюда вниз, короче, все это говно скинем. Тебя бы я поменял, да, вот, над... вот так вот сделаем. Попробуем так побегать. Так, мы давай в склеп. Узнаем у этого, что он там мне предлагает. Нет, не ты, вот ты. Да, Джендри, да. Так, улучшение, давай его сразу улучшим немножко. Вот, да, вот на сколько, на 4... А, у тебя только эти. А я думал, ты мне дашь этот. Ну ладно. Так, давай-ка увеличим еще у Хильды, смотри. Значит, третий. Какой я уровень? Я же 5 уровня, правильно? Добротные перстни только тут какие-то, да? Так, а тут что у тебя как? Ты какого уровня, подожди? Деньги пока есть еще. Че бы и нет. Проворный черев, череп... Череп останков, череп ночного короля. А у меня что? Череп призыв он называется. И он как бы стоит мало, да? Блин, давай вот этого скелета возьмем. А, тут же, я понял, все. Шанс призвать дикого скелета при смерти прислужника. Но у меня лимита не будет. А вот ты что делал? Восстановление призыва. Так, 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 скорость атаки. Так, так. Получение монет плюс 5. Ну это все говно на самом деле, потому что говно, да. Так, так, тебя давай увеличим до все. И посох, так, короче, забей. Так, идем сюда, восстанавливаем говнище. Вас убираем. Вас убираем, берем. А куда мне надо, кстати? Куда мне теперь надо? Я выполнил, подожди, я же выполнил заданица. Я же выполнил заданица. Теперь мне нужно в лес опять. Мы к охотнику пойдем, подожди. Опять курицы эти ссаные, подожди. Мы, там же этот у нас. А, нужно только через это. Да, пойдем к охотнику, короче, сходим. Там же сундук у нас валяется. И. Да. Так. Парочку тебя, парочку тебя. Разок. В активируйте 50. А, да, извиняюсь. Я думал. Так. Я думал, вот так. Так. Еще парочку вас и. Блин, а вот еще раз могу тебя? Да, могу, все, погнали. Два. Два на коне и все. Так, и мы... А как там было попасть-то в этот? Я не помню. Напомни, пожалуйста. Это вот сюда, по-моему, нам нужно было, да? Нету? Так, хорошо. По-моему, вот сюда будет охотник. Будет охотник. Нет? Так, тогда через лес. Я просто не помню, как там нужно было пройти, чтобы взять лес за яичишки. Опа. Так, туда нам не надо, подожди. Да и отстаньте. А, закрыто, да? Поговорите, с кем-то нужно поговорить. А это вот сюда, это куда?
это Хиллсбург. Блин. Я не очень помню, не очень хорошо, точнее, помню, куда нам нужно точно. Или сюда нам нужно было. Не, это закрыто, это, скорее всего, не то тоже, да? Это куда? Сияющее ущелье. Нет, да, все, я понял. Мне нужно, короче, сейчас через Хиллсбург. Вот в ту дырку. Блин, ну там два медведя. Что делать с двумя медведями, интересно, а? С двумя медведями, да? А, мы можем же их не атаковать, правильно? Я же могу убежать просто, типа, тупо, и все. Да. И мы вот тут у охотничьих угодий. Так. Так. Слушай, ну быстрее атака идет, да, но... Ну, короче, ладно, ненормально, ладно. Чё я парюсь-то? Нормально, все нормально. Так. Опа, нихера. Нормально, они меня это... Так, погодь. Ага. А, мы где-то здесь сундук, короче, не забрали. А где? Опа! Новое задание, медвелюди. Людям нет дела до жизни других животных, значит, и человеческая жизнь явно тоже ничего не стоит. Блин, а она всегда, типа, попадает, это говно? Поговорите с... Бляха. Идите в жопу, подождите. У меня мало хп, отстаньте. Мерзкий древний. Поговорите с Келлингом Валдинским. Поговорите с Тредуэллом. А Тредуэлл это кто? Я что-то не помню такого. Тредуэлл это кто? Мы сейчас где? Forward. В принципе, тех медведей можно пойти завалить, да? Я могу же их вызвать? Не могу вызвать медведей, почему? I cannot command more units. А? Медведи давай возьмем. Rise and obey. Пойдем, короче, убьем этих медведей. Ну а чё они там тусят? Мне не нравится, когда тусят кто-то там. Так. Где они? О, Кабуто. Forward. Что происходит? Я умираю? Join the horde. Mana. I must have more. А как будто сильный или нет? My suffering shall bring victory. Arise, my minions. Mana. I must have more. Ой, хорош. Статуя Акабуто открыта. Я там что-то набрал всякого говна какого-то, да, интересного или нет? Подожди, почему я не могу призвать? Кого-то не могу призвать. Ладно, подожди, здесь этот Акабуто был. Подожди, а почему Акабуто ничего... А, вот ранец вижу. А нет, не ранен, это не ранец. Блин, а я при смерти, да? Так. А вон Акабуто, можно я призову Акабуто? Акабуто со мной, да, все шикарно. Блин, а он типа здоровый, короче, жирный такой, да? Так, хорошо. Побежали, короче, в этот... Куда побежали? Ну, в этот, в телепорт, короче. А, нужно поговорить, подожди. Со Скеллингом и с Тредуэллом. Скеллинг, где это все? Подождите, Хиллсбрут. А Тредуэлл это кто? Я уже забыл все. Я-то так-то я помнил, как бы. Так, здесь какой-то бонс. Мы в склеп наркомана. Ой, на некромана. Так. Быстро. Отлично. Так. Джендри, Хильда, Грин и... Бам. А кто такой Тредуэлл? Блин. Сейчас бы еще знать, кто такие... А, подожди, а где я? Я же где-то статую открываю, да? Мощную. Блин, он же сказал, что я типа открыл статую мощного быка. Ой, в смысле, ну этого, да? Почему-то нет. Ладно. Так, а где этот Тредуэлл-то находится? Йо, парный карась. Ну ладно, давай. А, тут они все там, в лесу в этом. Так, а где ты, Скеллинг? Со Скеллингом.
А вы нашли ключ кристалла, выпускайте воинов скелетов и бейте древня! Так. И мне нужно еще туда вниз пойти, да? Хера там эти кури... Чёрт! Слышите? Ой, я перепутал кнопку. Что-то мана мало. Последнее время, да? Так, давай-ка восстановим хпшечку. Да, мана что-то вообще, смотри. Destroy them. Ну, Акабута решает, да. Акабута решает. Так, значит, хпшку мы восстановили, все восстановили. Так, тут еще, смотри, тут всякое говно, тут не поразрушали, типа, да? А, нет, нифига. Так, Тредволл. Какой тебе интересный череп? Так я поколдую над ним и сделаю его более полезным. Зачарованный череп медведя. Медвежий череп с магическими свойствами. Скорость атаки животных, вызывает урон мертвого плюву. Ю. Смотри, какой мощный у меня череп, да? Так. А, подожди, мы же набрали всякую... Ёптик! А, молот, говномолот, а, череп, скорость атаки и демейджа. Не надо. Так. Мертвецов. Урон мертвецов не надо. Скорость атаки и демейджа. Ну, такой же уже был, да, у нас? Это какое-то говно. Поп-поп-поп. Чё, наносит врагу 210. Скорость мертвецы наносит больше урона зданиям. А это, в принципе, как это, да? Только это 241, а это 210, 07, а это 08. Блин, ну это по зданиям. А, это тоже по зданиям. И этот по зданиям. И этот по... Ну, давай тебя уберем. Так. Скорость атаки мертвецов. Так. Проворный череп или... Так, я вначале вот этот уберу. Лимит призыва. Блин, ну лимит призыва, видишь, тут у меня тоже как бы... Такое себе. Ну ладно, короче, давай так пока поиграем. Сейчас посмотрим, что тут у нас будет. Чем. Так, что тут нам нужно призвать кого-то? И что это? А, и еще мне нужно... А, я могу бесконечно, что ли, их призывать? Подожди. Убить мерзкого древня. Я могу их бесконечно, что ли, призывать? А, да, смотри. Так, отстаньте. А, уйдите. Ну а что, зачем, если мертвецы эти саны, они вон тут будут... Я их буду призывать до потели пути. Ой, а чё меня отстреляешь, что ты, говна кусок? А почему ты в кучу-то, а не туда? Ну ладно. Не, нормально, мы сейчас нормально. Сейчас просто нужно побольше этих призвать и все. Можно вон мертвецов. А вон они одну уже, короче, это кончили, прикинь. Прикольно, мне нравится. А чё стоишь, нажимаешь на кнопку? На тебя все делают. Уля-ля. Блин, ну там до хрена эти, смотри. Какой-то кованый меч. Забираем. Так, и еще. А, там еще две башни осталось, да? Ну все. Короче, хана башням. А че, прикольно. Стоишь на кнопку, жмешь. Ничего делать не надо. И там какой-то древень будет сейчас еще, да? А, сейчас бы, знаешь что? Сейчас бы, кстати, по идее, мне нужно взять и вот это вот сделать. Да. Вот так вот сделаем. Они же мертвецы, короче. Они же должны, типа, ну... Должны круче сейчас себя вести. Блин, вообще на изи. Персень пламени какой-то. А там что за древень? Что там сейчас такое будет? Так, мы уничтожим... Ой, там древень сейчас будет уже там внутри, да?
А куда ушли эти? Что-то я не понял. А где все мои мертвецы? Алло. А древние... Это, бляха. Убейте мирского древнего. Так, подожди. Да, а можно я еще раз призову этих всех моих упырей? Или типа, или древне нужно один раз на раз, типа. Со своей маной, или как? Подожди. А, все, понял. Хорошо. Follow my lead. То есть древне будем вот так. Тогда древне так убираем. Животные, у меня же там два животных, которые вообще... А что тут, подожди... значит, перстень пламя. Снаряды мертвецов воспламеняются на 9 секунд. Враги будут получать 44. Снаряды мертвецов воспламеняются на 8,5. Враги будут получать 40. А, это посильнее, да? Это посильнее будет ли? Да, хорошо. Коварный меч еще, смотрю, у меня есть какой-то. Запас маны плюс 44. Топор разрушения. В смысле, а я что, убрал этот, что ли? Или не убрал? Ну ладно. Так, пока так. Окей. Так, давайте сюда. Где этот древень, мазафака? Мазафакер. Что он делает? А он горит как древень или нет? Follow my lead. Опа, нихера, а что он делает? Опа. Destroy them. В смысле иммунитет? К чему ему, у него иммунитет? Алло. А, так он слабенький так-то. Ой-ой-ой, слушай, накидал-то всякого говна мне, да? Поговорите со Скеллингом. Хорошо, сейчас побазарим со Скеллингом. Так. Так. Тут что, тут больше ничего нет? Может быть какой-нибудь ящичек я пропустил? Подожди, давай по-нормальней посмотрим. Ну, вроде я не вижу. Обычно тут ящик такой, он закопанный, но не закопанный. Ну, типа, ты понял, да? Ну ладно, хорошо. Так, пойдем, короче, с Келлингом побазарим тогда уж. Ну, а чё бы и нет. Кристаллы мы, короче, все использовали. Древние убили, башни убили, все нормально. Все по чесноку, типа, да? Ну давай, что ты мне расскажешь. Да, да, наконец-то этот древень перестанет там докучать. Теперь можно идти дальше. Дальше, хорошо. Так, экспы, что ты... Опа. Катакомбы, эти некогда священные дворцы и храмы нежити осквернены присутствием мерзостных живых существ. Мы восстановим порядок и пройдем в пустыню через катакомбы. Ага, у меня уже, видишь, сумка заполнена. Что это за говно? Добротная прилежная дубина разрушения. Наносит врагу 160 единиц, скорость 1. Получает на больше опыта, и мертвецы наносят урона зданию. Ну, это вот это можно убирать тогда, да? Так, ну урон мертвецов людей в рукопашной плюс 4. Не надо. Ключ подземелья оставим. Время призыва 9-1, минус 11. Далее. Так. Лимит призыва. Не надо. Так. Прилежный... Опа, смотри. Что он делает? Скорость восстановления маны минус, но дает шанс призвать дикого скелета при смерти прорислужения, получает на 4... Так это мы хотели купить, помнишь такую тему? А это что? 31% шанс призвать дикого скелета при возрождении. Нет, говно, не надо. Так, давай-ка вот это возьмем. Это пока оставим. Это пока тоже оставим. Меч. Меч тоже пока оставим. Время призыва? Блин, время призыва. Время призыва. Блин, не знаю, короче. Ладно, забей. Так. А, и чё, и куда мне? А, я могу в эти идти, да? Так, а сюда я могу уже? Или все, не могу, да? Кристаллик нужен. Так. Давай на место сгоняем. В склепик. Так, мы у нас... Так, мы, во-первых, хпшку себе поднимаем. Так, а как бы мне сейчас... Осталось два медведя. Два медведя убрать. Остался Аокабуто мой, да? Так, мы вот так делаем. Два медведя. А, и все, ёпти. Мало.
Ну а Кабуто сильный, должен меня спасти в сложных ситуациях, по идее. Алавинский. Мы же в Алавинском, да? Через него должны пройти, прежде всего. Так. О, боже мой, курица, опять эти ссаны. А, вот он. Ну, а Кабуто там разберется. Не ссыть. Так, здесь ящиков никаких мы не пропустили, все нормально. Погнали в катакомбище. We shall devour these lives. Подземный мост. Так, опа, граф Абалон. Значит, отлично, у нас есть телепорт. Граф Абалон. А наконец-то мы ждем избранного уже много десятилетий. Мост через разлом разрушен, а мы можем его восстановить. Если найдешь кристаллы, которые приводят его в действие. Безмозглые живые растащили их по катакомбам. Но первый кристалл точно в ворочем лагере на этом уровне. Это хорошо. Это хорошо. Так. Опа-па. Тихо. Да пропустите вы медведя, ёп. Слушай, хер раз два я здесь пройду. И чё? Скорпион? Серьезно? Два скорпиона? Серьезно? Мне вообще другую сторону показывают. Но мы же с вами... Вы же знаете, что мы с вами не про игру. Блин, чуть не сдох. Короче, в полу какие-то кнопки, они что-то открывают. Не! Понял? А? Я тебе как спец говорю. О, мы призвали скелета, да ладно. Здорово, братан. Ты с нами или не с нами? Не, видишь? А, вот, на... А, ну нужно одному, короче, здесь, подожди, потусоваться. Нужно, чтобы все открыть, короче, надо одному это делать, без этих... А, но у нас задание сейчас. Давай, пошли, ладно, по заданию. Че там, открывается говно? Не открывается. Нет, опа, так, тихо. А, подожди, а почему там этот дурак ходит? Стоп. А почему там вот этот дурак ходит, смотри, на карте? Он же мой... В смысле? Блин, вы чё, дебилы? Зачем вы пошли туда? Прикинь, они взяли и пошли. А, нужно кого-то, чтобы, короче, стояли, тогда откроется, типа, да? А-а-а, значит, это нужно все равно воинов своих сюда призывать, да? Они что там, они еще там ругаются? Ой, в смысле, играются? Ой, в смысле, ну ты понял. Блин, а можно shift? Ты же когда с shift'ом, мне больше нравится. А он, видишь, shift'ом не хочет, падла тварь. Потому что, типа, идет война, да? Ну ладно, хорошо, идет война, так идет война, это нормально. Так, ну погнали, да, мы сейчас всех раз это самое. А все, вы всех разобрали, что ли? Да ладно, серьезно. Блин, я не... Ой, орк. А, это орки, типа? Да ладно. Это типа орки, прикинь. Мы убили уже нормально орков, да, чтобы это... Так, хорошо, молодцы, подождите. Опа, какой-то... Неживые герои. Что-то вылетает из сундука, и по катабом распространяется зловоние. Хранитель склепа должен знать, что произошло.
Поговорите с хранителем склепа. А где он? Блин, зачем я собираю эту ману, если она у меня мана? Ну, в смысле, ну ты понял, да? Непонятно. Ну, непонятно же. Так, мы можем открыть здесь воротанские. Отлично. Тут открыли воротанские. Так. Здесь почему не можем? Потому что надо зайти с попы. Attack, my minions. Мои миньоны, атакуйте! На-на. Come forward. Join the horde. Опа. А вот это неожиданно. Gather here. А вот это неожиданно. Братья мои. Они еще и могут строить? Ой, в смысле, прикинь? Ёптель, а смотри, как долго ее сфигачить. Жесть. Strike them down. Arise, my minions. Ай-яй-яй-яй, не надо, уйди. Come strike them down. Топор. Gather here. Forward. Gather here. Слушай, мана-то вообще не хватает. Блин, я что-то, короче, перепутал. Ну а что вы не атакуете-то, алло? Вы что, гоните, что ли? Я тут, блин... Я что-то, короче, не то сделал, и получается, что я что-то не то сделал. Поговорить с Абалоном, опять же, да? Rise and obey. Надо, чтобы ману что-то восстанавливало побыстрее. Блин, ну реально, ману, смотри, сколько уже времени прошло, а ману он только восстанавливает, лол. Кто там что делает, а? А, ублюдки. Ой. Attack. Come here. You shall serve me well. Slay the living. Зловещий присутствие. В этой комнате ощущается, как кто-то присутствует. Вы чувствуете, что неподалеку сокрыто что-то ценное. Обследуй комнату со статусом, чтобы найти один из кристаллов. Так, а меня там гасить будут или нет? Там есть орки? Так. А это куда проходим? Ну-ка. Attack. Сейчас, подожди, мы сейчас все обследуем, да. Так, а мне хпшку надо, короче, под это самое. А почему... В смысле, там кого-то атакует вас? Ты разбуди нас, умри! Ёптель! Это что за приколы? Это кто такие, мать твою, за ногу? Ты достоин нашей награды. Какой? Что за награда? Где награда? А, это вот они открыли сундуки, типа эти, да? И один секрет. А, извиняюсь, да, bag is full. Так, смотри. Желтый приводной кристалл, синий приводной кристалл. Время призыва минус 12. Нет, это мы уберем. Топор не могу одеть. Урон мертвецов 13, не надо. Так, прочно влияет на человека восстановление, призывы минус 10, очки здоровья гуманоида плюс 60. Не знаю, давай. Магического огня, вызывает шар магического огня, поджигающий врагов на 544. Выпускает шар огня, поджигающий врагов на 103. Ничего себе, конечно. Так. Добротный скипетр лучников не надо. Животный скипетр лучников. Блин, ну я просто оцениваю ее по себестоимости этого говна.
А по себестоимости этого говна они стоят по 2000, эти амулеты, ой, эти. Так, то есть мы открыли, типа, да? Мы, типа, крутые, да, перцы? Или не крутые перцы? Подожди, а я дальше туда не прошел, да? А мы открыли только... мы две штуки, типа, они прошли рядышком, да, и все. То есть это все. Ладно, хорошо. Пойдем через выход. Ну, вот. Вот сюда, потому что... Подожди. Если мы сюда пройдем... Вот, тут Костик будет. И там будут... там эти ходили, да, ублюдки. Оп. Ворота закрыты. Хорошо, давай по сюжетке сейчас пройдемся. Мы же там сможем два кристалла, наверное, запихнуть, да, для моста. Мне нужно телепортнуться, потому что у меня... Мне нужно... не нужно, все. You shall serve me well. Я-то просто... и вот... Хорош. Так, нельзя открыть, да, пока? Хорошо. Так, ну давай побазарим с этим чуваком. По-быстрому тогда, да, и, значит, ну-ка. Да, теперь ступай, активируй одну из приводных опор. Так, я могу несколько, да? Есть кристалл. Так, подожди. А я вот это еще могу. Да, могу. Так. Отлично, вот ключ, который открывает проход на второй уровень. Дорогие, другие кристаллы тоже нужно найти, они где-то тут. Значит, он мне дал ключ, экспы и денег. Приводные кристаллы. Чтобы пересечь мост, нужно поднять все его части. Зло должно найти три остальных приводных кристалла, чтобы поднять мост и открыть проход к пустыне. Найдите все кристаллы, чтобы перейти на ту сторону. Ну да, логично. Ключ, ты зачем мне ключ дал? А, вот для этого ключ дал, да? Да, все понятно. Это я понял. Я тебя раскусил. Да. Так. Подожди, а это куда? Так, ну давай-ка. Forward. В примыкающей комнате орки хранят кучу награблен, но одно должно стать достоянием зла. Запасы. Follow me. Воу-воу-воу-воу-воу-воу, полегче. Опа. Завоевана территория 7 из 38. А почему ворота-то закрыты? А подожди, а вот здесь же мы тоже можем кого-то призвать или нет? Или да, или нет? Или да, или нет. Костик, я знаю, где найти ключ, но сначала раздобудь-ка для меня кое-что. Внизу есть дворец, а в нем герцог. Он украл у меня одну вещь, это уникальный меч, сделанный из кости. Принеси его мне, я расскажу тебе про ключ. Ах ты ж собака. Ага, тут, короче, у нас этот. Внизу есть какой-то герцог. Подожди, а вот там, может быть, нужно эти два ворота открыть? Типа, два ворота сделать, типа, да? Так, хпшку мы, короче, воссоздали. А, и здесь у нас нету, да, проходки. Блин, лошара. Два круга, короче, сделали лишних. Кажется, да? Ну ничего страшного, ничего страшного. Подожди, а как тебе ворота открыть? Пойдем откроем, подожди. Нужно, чтобы наступил, короче, я наступил, и кто-то еще... Ой, ёб твою мать, не сюда нажал! Уходим. Разрушенный дворец, уходим. Когда-то это был подземный дворец, влиятельного герцога нежить. Теперь его наводнили живые. Один из кристаллов лежит где-то в руинах. Если ты понравишься экс-герцогу, возможно, он поможет тебе. Да ёб твою мать. Беневиктор, обратись еще от зла, или я обращу тебя в груду костей. Но мне нет нужды марать от тебя свой молот. В этом темном подземелье ты можешь быть съеден Гру. А кто такой Гру? Оп. Все, сдриснули. Я думал, ребята, извиняюсь. Я просто думал, что мне вот... Нет, я хочу вот сюда. Я хочу открыть все-таки те... Сколько заданий-то сразу стало, да? Я хочу открыть те ворота. А те ворота, как? А вот так. Где? Хорош. Все, мы открыли, короче, теперь это уже не наши проблемы. Пойдем, короче, вниз тогда. Или телепортнемся. Да не, забей, пойдем так попробуем, короче, есть загасить. Если не получится, то телепортнемся уже оттуда. Что нам стоит-то, да? Что нам стоит? Ну, пойдем попробуем. А что, он просто исчез, короче, и все. Ой-ой-ой, не надо, подожди туда пока. Пока туда мы не идем. Так, там закрыто. Здесь. О, телепорт. А вот телепорт. Так, хорошо. О.
Эрцгерцог Мортис. Здорово пожаловать в мой некогда прекрасный дворец. Орки тут уже несколько сотен лет, а недавно еще и скорпионы появились. Так что тут нужно хорошенько все вычистить. Возьмешься? Можно начать со скорпионов. Блин, убейте достаточно скорпионов, чтобы открыть статую призыва скорпионов. Прикольно. Прикольно. А это что за точки на полу черные? Ой, ёпарный карась, ничего себе! Йо! Arise, my minions. Need more mana. Join the horde. Destroy them. Ай! Блин, да сучка! Rise and obey. Slay the living. Ну да, какой-то маленький этот-то, да? В смысле, не то, что маленький, а получишь 6 уровень. Well. И что я не получил, я этого говна... Опа, помогите скелету Уайту. Этот парень немного двинулся, и как у него... И как у него последние... Как у него последние волосы выпали, стал гораздо забавнее. Поговорите с скелетом Уайтом, хорошо. Здорово, скелет Уайт. А братья Куру держат подземелье, о, но я и создал свою империю. Мне нужно, чтобы ты их устранил. Мой партнер Пинг поможет тебе внедриться, если, конечно, ты доберешься до него. А, да, значит, мы можем что? Подожди, мне нужно, знаешь что? Мне нужно мана дохрена, вот так вот, да. Чтобы было, да? А в тот раз я тоже это увеличил, да? Нет. Я сделал это задание, чтобы сделать скорпионов, скорпиончиков или нет? Наверное, нет, да? Так, а что здесь в этих сундуках? В амфорах. Амфор же это называется, да? Блин, мы пойдем убивать этих орков? Или не пойдем орков убивать? Что-то я даже не знаю. Чайку немножко. О, смотри, как они бегают смешно, да? Прикольно, мне нравится. Сейчас, подожди, давай соберемся. You shall serve me well. Да почему по мне-то, алло? Да блин, я не могу. Они как-то очень странно это все делают, да, эти скорпионы. Они как-то, видишь, они пассивные какие-то. Жесть. Убить своего, ну. Ёптель, они вон уже успели восстановиться. Ну давай, восстанавливай. Не вижу, сколько там еще осталось, еще много. Блин, да, надо, короче, забивать этих упырей. Стрелок, статуя открыта. Так, ну открыли зато стрелка. Так, тут восстанавлямба. Блин, у меня одни стрелки, короче, да? Да, с маной надо что-то делать. Блин, у меня хпшек-то мало. Да, нормально, короче. Так, последнее здание там останется, да? Arise,
все? Последнее здание, короче, осталось. Да, ну вроде должны, короче, успеть до призыва вроде, да? Да, нормально. Так, отлично, отлично, мои маленькие. Да, ну скорпионы, короче, вообще грустные, да, немножко? Ну такие вообще прям унылые. В атаку они такие себе. Так, подожди, мне нужно восстановиться. Надо восстановиться. Или не будем восстанавливать? Нет, будем восстанавливать. Но у меня 80 хп, блин, как я не восстановлюсь? Надо восстановиться, да. Погнали в склеп. Так, у нас 6 уровень уже, да? О, командир. Ой, хранитель склепа что-то нам даст. Хранитель склепа. То, что ты видел, это сбежавший дух героя, погибший давным-давно. Дашбок должен быть где-то рядом. Орки его держат в плену в катакомбах. Освободи его. Командор. Отлично, хорошо вернуться домой. Вот награда за твои старания. Титул возвращен. Награды. Что там за награда? Подожди. Значит, 161,3. Отравляет цель на 8. Спросит остальные пассажиры в колесо при... Давай, фигач. Так, скорость атаки животных. Урон мертвецов не надо. Дешевый не надо. Так, это что у нас? 1600. Не надо. Так, время призыва. А я вообще через это играю, ёб твою мать, вот я дебил. Да, давай вот этот, наверное. Или вот этот. Или вот этот. Давай так, короче. Ману, а здесь у меня что, 6 призывов скелет, получить больше... Да не, не надо мне опыт, вот так давай пока. Так, а это... Блин, я, короче, не знаю, призывает костяную стену. Начал урон врага на своем пути, но... А, так не, это нам не нужно. А вот это вот, подожди. 141,7 секунд. А тут запас маны плюс... И да, вот, вот это убираем, короче. Вот это вставляем, это пока оставляем. Это что за нью... Добротный перстень изоляции? В смысле, откуда он? Защитный заклинание полностью укрывает орсена 3,8 секунды. Да, это не надо нам, на самом деле. А, потому что оно нахуй не надо, да. Так, животные, это если будут животные, короче. Время призыва, блин. Вот время призыва или скорость атаки, я вот не знаю. Нормально, короче, пока так играем. Так, что тут у нас? Та-та-там-там-пам-пам-пам-пам-пам, погнали. А смысл? Так, подожди, мне направо, а это открывается? Это не открывается. Опа, нихера, там, смотри, какой там какой-то огромный чувак вообще ходил. Так, хорошо, давай направо пойдем. Forward. Да иди ты в срань. Ой, вот это нормальная, кстати, тема. Да, она мне больше нравится, чем... Да ёпти. You shall serve me well. Так, я могу призвать? Да, могу. Rise and obey. Так, мы призвали. Нам надо либо направо, либо налево, да? Либо направо, либо налево. Ну, давай направо пойдем, там уже вот... Follow my minions. Forward. А, оно долго, короче, набирает. Она долго набирает время, но... Что там такое? Блин. You shall serve me well. Strike them down. Так. Gather round. Thank you.
Ой, тут маг какой-то появился, смотри, кто это такой? Ну, сука. Так, его можно призвать? Well. Так, там какая-то дверка открывается. Собаки, все закрыли, все сундуки. Только бабки, больше ничего. Так, о, скиптер. Пара-па-па-па-па-пам. Ну, здорово. О, я знал, что если меня кто и спасет, то это будет некроман. Заглядывай ко мне в склеп, если хочешь призывать кого-то посерьезнее этих пешек. Опа, нормально. Нормас, то есть он в склеп ушел, короче, его можно будет потом Максигус какой-то. Там какие-то ящики. А, это, видимо, мне нужно туда притвориться, типа, да? То, что он говорил. Так, это нам мне пока не надо, так. А, теперь налево идем, да, все правильно. Все по... Нанна. Но она немножко долгая, да, вот эта мана. Прикольная стена, мне нравится, в принципе. Ну, как это называется? Атак. Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Чуть не сдох, твою маль. Сдох! А, потому что у них яд. Ёпарный ты дурак. I am restored. А, фак. Ну ладно, так. Кому мне нужно было обратиться? Несколько тысячелетий назад, как и ты, я был некромантом. Я изучал искусство некромагии в Дедвардсе, а после начал строить зал кадавров, которые оказались мне особенно интересными. Так, он мне дал... Неживый герой, плюс 2к он мне дал. Так, а что, тут можно как-то их открывать? Цена призыва. А, вот, этот... А, это все эти известные чуваки, короче, понял? С медведем и все эти... Очки здоровья, смотри. Цена призыва 5000. 3800. Сэр Живоглот. 4000. 5000. Вот так вот, а это две курицы, короче, да? Так, а здесь я никого пока не могу, да? Угу. Хорошечно, хорошечно. Так, нет, мы пойдем по... Мы пойдем по простому. Подожди, куда мы пойдем по простому? Куда мы пойдем по простому? Так, во-первых, мы делаем тебя улучшить. Как-то так пока, да? Так, тебя тоже улучшим. Ну, на всякий случай, чтобы потом, понимаешь, это самое... А, или пока... Да, пока забей, короче. Забей. Так, мне нужно, значит... Мне нужен кто? Мне нужен ты. Еще раз ты. Да, погнали. Погнали, мои братья и сестры. Сейчас мы будем убивать всех и вся. Да, зачем я только... А, подожди, да, здорово. Отлично, теперь тебе нужно пройти на нижний уровень через эти ворота. Тут как раз скорпионы пригодятся. Еще один из кристаллов, который ты ищешь, украл гигант для своей коллекции камней. Так что убей его перед тем, как отправиться дальше. Пока не... Так, пока не будем. Slay the living me. Да, слышите, алло, хорош. Join the horde. Charge. Вот синяя. Так, подожди, это там было... А, мы еще с этими не закончили, со скорпёшками, да? Но там, видишь, там что-то есть, короче. Там что-то есть интересное, поэтому давай-ка закончим. Gather here, charge. Да блин, мне нельзя, короче, получать от них люлей-то. Oh.
Да я опять сдох, твою мать! Какой же мивисячий, какой же бесячий. Подожди, он сказал, там мне нужно понадобиться эти, да? Так а давай тогда их всех вообще возьмем, если они мне понадобятся, он говорит. А мы сейчас не, мы сейчас этот сделаем. Короче, все сейчас будет нормально. Не ссыте, не ссы в трусы, как говорится, да? Или так не говорится. А, эти опять эти ублюдки опять. А все, через этот. Они же через этот играют. Через яд, они. У них яд очень сильный, у этих скорпиончиков. You shall serve me well. Gather here. Destroy them. Strike them down. Я призывать могу, могу. Join the horde. Хорош. Так, призываю. Arise, my minions. Так, тут больше ничего нет, что ли? Да ладно. В смысле? Скелет Пинк. А, подожди, а как к нему пробраться? Не понял. Типа, камон, подожди. Что-то я туплю. А зачем нужно было заходить сюда? Пока не понимать. Не понимать. Ну ладно, хорошо. Так, ну что, скорпион, давай, короче, за мной. А мы туда же тоже не прошли, да? Почему? You shall serve me well. О, отлично, скелетос забрали. Почему я туда не прошел? Кстати, да, почему я туда, кстати, не прошел? Подожди. Подожди, вот, а вниз мы пойдем. Ну, направо-то бы, а на вот налево, почему мы не... А, мы были, там же были. Скелет этот Уайт. А, вот до него-то как добраться? Подожди, найдите все кристаллы, поднимите мост, чтобы перейти на ту, найдите костяной меч, разрушенный ров, убейте гиганта, разберите кристаллы, найдите секретный проход и борется с... Секретный проход нужно какой-то найти, слышишь? Какая-то включалка, да? Gather here. Идите сюда, быстро. Ко мне, мои. А, тут много А, это те скорпионы, да? Это которые мы, которых мы уже немножко это, того, да? Destroy them. Блин. Так, я могу кого-нибудь призвать? Никто не умер пока еще. Все нормально, типа, все живые? Strike, come down. Slay the living. А! Меня не надо, собака-тварь! Так, череп короля взяли. Так, сейчас этого мы освободим. Тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик. Все, больше тут ничего нету, да? Скелет Пинк, вау! Ну хоть кто-то, кроме этих скорпионов и чуваков. Йоу, вот он твой ключ у меня, этих кур надо валить, сучара! Убейте братьев кур. Ну пойдем убьем братьев кур. Или в начале этого. Ну давай сюда, идите сюда. Пойдем сейчас в начале этого завалим. Гиганта. Полового. Половой гигант. Давайте. Надо завалить его. Бляха, ну они тупые, конечно, как... Ну сюда, сюда, ко мне, быстро, все. Ну, блять, ну вот... Тупые скорпионы, мать твою, за ногу. Кого надо атаковать?
Опа, нихера. Ой-ой-ой-ой! Блин, пропустил. Дебил. Разрушен дворец. Награда, задание выполнено. Хорошо. Ой, он там еще выпал. Смотри, сколько всякого га... Опа, я могу его призвать? Да ладно. Rise and obey. Прикольно. А мы сейчас там пройдем. Там же, видишь, эти восстановились, оказывается. Типа, когда умираешь, типа, восстанавливаются эти упыри жирные. Так, давайте сюда быстро ко мне. Я тут за вами что, бегать буду, что ли? Слушай, ну этот, с этим-то мы должны справиться. Это и все, кто у меня есть? Пару скорпионов, один стрелок и все? Ну атакуйте, ёп... Да блин! Да, от него, короче, толку-то мало. Окей. Так. Gather here. Так, стоп, нет. Вот, да, да, во-первых, вот так. You shall serve me well. Destroy them. Так. Follow my lead. Давайте только в темпе сюда пройдем. Strike them down. Ну почему по мне-то, ёппарный карай, опять все заново? Restored. Ой, бля. Да уж. Да уж, да уж, да уж. Да со скорпионами пойдем. Ну а что делать-то? Ну, больше у меня больше. Какие у меня еще варианты? Да блин, ну бесит, конечно. И этот жирный там будет, да? В смысле. Ладно. You shall serve me well. Strike them down. Come here. Strike them down. Да за меня за что, упыри? Arise, my minions. Да иди ты нахер. Все? Оп. Rise and obey. Destroy them. Да блин, и опять тут еще толпа тут. Упыри. Slay the living. От кого я получил опять, я не понял. Гоблин. О, да ладно, гоблин шаман. А кого мы атакуем? Я что-то не понимаю. А, я не видел, да, слепой. Слепошара я тот еще, да. Так, открывамбо. Strike them down. Отлично. А, ёптель, я вообще не тут. Ай! Собака. Да блин, почему ты в цель-то не можешь? Сангра, пор сангра! Так, мы можем призвать этих. Join the horde. Так. А, и все, тут три сундука и типа. Вот говнище.
Поговорить со скелетом Уайда, блин. Я с ним не могу поговорить. Это да ладно, это курица такое одно занимает. Чтобы поговорить со скелетом Уайда, мне нужно... Блин, мне нужно опять пройти скорпионов, твою мать. А чтобы пройти скорпионов, что нужно для этого? Блин, нужны скорпионы. Ну, ё-моё. Ну ладно, давай попробуем. Destroy them. Gather round forward. Ну а где эти долбаны-то, ну? Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Ай, твою мать. Ну и чё? Опа. Rise and obey. Слушай, а густо там... Me. Густо там нормально так швыряет, да? Living. Курица-то, он, смотри, курица вообще жесть. Слушай, а если их двоих призвать, то что будет? Вообще же жопсом что будет, да? Ну, я имею в виду, прям, ну, вообще по красоте будет. You shall serve me well. Все? Блин, ну да. Слушай, курица-то это нормальная такая. Strike this down, you living. На-на. Гус этот, а? Собака-тварь. На улице полно золота, она ждет, пока его кто-нибудь просто соберет. Это что значит? Помогите скелету Уайту, награды. Скиптер синего кристалла вызывает 6 свободно восставших малых скорпионов. Скорпионы распадаются через 15 войск. Получайте на 1 с больше опыта, здоровье мертвецов 4, запас маны плюс 9. Требуется 7 уровень. Хорошо. Так, он у меня? Он у меня, давай что-нибудь продадим. Урон мертвого орка, рукопашку не надо. Затраты маны минус 8 не надо. Урон мертвецов людей в рукопашной. Восстановление призыва минус 10, очки здоровья гуманоидов. Блин. Ну да, вот это, наверное, будет покруче. Так, это что, скиптер жал? Вызывается через 12,5, да? А этот? Ну, это поприкольнее, да, конечно. Значит, врагу стрельнет 6, скорость загоняя, получается, ему не надо. Очки здоровья гуманоидов не надо. Это мне надо. Так, добротный посох отчаянно. А, блин, зря продал, собака-тварь. Время призыва минус 16. Ну, давай, да, оставим. Вот эта хрень, вот это, если у меня медведь, а эту хрень, если я по зданиям, короче, фигачу. Надо просто это распределить как-то покрасивше, да, и... Так, давайте за мной быстро. А, так, а мы все здесь, да? Найдите все кристаллы, поднимите мост. Это... Подожди, если я сюда перейду, меня будут бить или нет? Или не будут бить? Как тут сделано? А, я же захватил эту территорию, значит, вообще, по идее, не должны, да? Так, еще один кристалл мы сделали. Так. Только курицы здесь будут. Да, а эту часть почему мы не захватили? Почему? Не знаю, да, кстати. Почему мы не захватили? Мы же всех, в принципе, убили. Или нужно убить всех за... Ну ладно, короче. Так, хорошо. This land shall soon be mine. Мрачные залы. О, мрачные залы углубляются в катакомбы, зло обнаруживают ждущую свою уничтожить жизнь в некогда сияющих пустотах. Однако злу еще предстоят испытания и неприятные. Ребят, на этом в мрачных залах мы закончим эту серию данную. Уйдем в склепару. Если понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, если хотите продолжение, с вами был Шамыга, всем счастливо, всем пока. Пока-пока.